Сегодня 1 июня. Вот такая у нас ежевичка. Небеса могут подождать. Это самый сладкий сорт. Урожайность в этом году бешеная. Кусты полностью загружены. Такой урожайность. Количество ягод сумасшедшее. Пчелка опыляет. Ягоды будет очень много. У нас уже 2 недели дожди поливают. Скоро должны закончиться. Начнем прополки и все остальное. Столько ягоды. Количество ягоды.